Убитый горем отец рыдает над телом погибшей дочери. Трагедия в доме на Первой лесной улице в Химках произошла 19 января около полудня. Подумали, что какой-то мешок падает, а потом видишь, что второй тоже падает. И первый раз скорую. А, то есть они не одновременно? Нет, по очереди. На козырьке одного из подъездов очевидцы обнаружили обездвиженные тела. Как выяснилось чуть позже, с высоты 17 этажа упали две школьницы. Говорит, на крыше лежат двое, не двигаются. Я вышла на втором этаже, тоже посмотрела, страшно стало. От полученных травм одна из девочек скончалась еще до приезда скорой помощи. Вторую везли в реанимацию. Сейчас она находится в состоянии крайней степени тяжести. По словам жителей многоэтажки, девочки не местные. Ранее в этих дворах их не видели. Они тут не жили. А где жили, непонятно? Я не знаю. То есть они просто так зашли в чужой подъезд? Нашей съемочной группе удалось пообщаться со школьными приятелями погибшей и пострадавшей. Те утверждают, что незадолго до случившегося заметили странное. Одна из девочек внезапно отстригла длинные волосы, а в день трагедии они обе не пришли в школу. Варя и Вики сегодня не было в школе. Не пришли. Почему, Вика, мы не знаем, почему Варя тоже не была в школе. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы. По поручению прокуратуры Московской области, Химкинская городская прокуратура проводит проверку исполнение законодательства о несовершеннолетних, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что произошло и почему подростки упали со смертельной высоты? Какая истинная причина трагедии? В этих вопросах предстоит разобраться местной прокуратуре. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.